член общественного совета при управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу Алексей Бакаев проверил работу второго городского отдела полиции. Проверяющий побеседовал с сотрудниками, осмотрел помещение дежурной части, его техническое оснащение, состояние и ведение учетной документации, комнаты административно задержанных. В завершении проверки побеседовал с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних.